Здравствуйте, это телефон Huawei Y5, и сейчас я вам покажу, как на этом телефоне очистить, отформатировать кэш-раздел. Итак, для начала наш телефон нужно выключить. Нажимаем и удерживаем кнопку питания. Затем удерживаем кнопку питания. Затем нажимаем выключение два раза. Ждем несколько секунд, чтобы телефон полностью выключился. Затем нажимаем и удерживаем одновременно кнопку питания и кнопку увеличения громкости. На счет 3. Раз, два, три. После того, как начнет появляться логотип Huawei, вот он появился, кнопку питания отпускаем, но далее удерживаем кнопку увеличения громкости. Отлично, мы перешли в режим recovery на телефоне Huawei. Итак, для того, чтобы очистить кэш, нам нужно выбрать третий сверху пункт. Это пункт Wipe Cache Partition. Для этого мы нажимаем на этот пункт. Все, кэш-раздел был успешно отформатирован. Для того, чтобы выйти из этого меню, мы нажимаем Reboot System Now и ждем, пока наш телефон перезагрузится. Отлично, кэш на телефоне Huawei Y5 успешно был очищен, успешно был удален. Если это видео оказалось полезным для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте про комментарии. До скорых встреч!